парад на нашем ручье, друзья, кардинально отличается от парада, допустим, в Диснейленде количеством участвующих, транспортных средств. Если в Диснейленде там они долго идут, то здесь их всего 5. Мы, собственно, их всех практически видели, поэтому я вам вот показываю людей, которые, что называется, enjoyed life. Симпатичные девки молодые, на солнышке загорают. И вот там, собственно, все вот оставшиеся сюда. Окей. Так, ну что же, какое-то движение началось. Вот мы видим вот такое. У нас тут дискуссия была, вот эти вот полосы красные с белым, пытались ли они американский флаг как-то, значит, напомнить вот этим всем, но может быть нет, я не знаю. Я бы не сказал, что это похоже на американский флаг. Так. Так, друзья. Хотел вам показать там народ на лесенке, вот там сверху на другом берегу. Ну что, друзья, пошла движуха. Пошла движуха. Вот это какой интересный с акулкой. О как. Там какие-то солидные мужики сидят. Хорошо, что музыка не играет, а то бы нам влепили какой-нибудь страйк. Так. Вот. Похоже, что это последний, кстати. Если только вот кит потом с русалочкой не подключится. Вайн. Ага. Time. Окей. Okay. Wine time. Это винодельня какая-то. Или там дегустационная, может. Wine time. Так. Молодняк. Хорошо. Так. Надо сказать, что здесь не очень заформализовано. То есть простой народ может прекрасно вот среди этого всего циркулировать. Вот девчонки, которые рядом с нами сидели, подплыл паренек и говорит: пошли, девчонки, покатаемся. И поехал их катать, смотрите, на такой пироге. Вот они все поехали. Хорош, такие детки сладкие. Такого маленького подгребли, смотрите, как на доску. Все безопасно.
Ну и что, кит наконец-то двинулся в ту сторону. Какая-то там блокировка, что ли, я даже не знаю. Или они там возле каждой этой повозки торжество устраивают, я не знаю. Но как-то вот организованности мне не хватает. Так как-то все это проходит очень спонтанно. А вон там еще какие-то люди, смотри-ка, вот туда забрались. И прямо с тропочки наблюдают. Может быть, оттуда снимать неплохо. Я вот так подумал, там они в тени сейчас стоят. Ну что, друзья, я думаю, что мы вот этой картинкой замечательной, наверное, и закончим наш сегодняшний репортаж о фестивале бегоний в городе Капитола, что буквально рядышком с Санта-Крус в Калифорнии. Смотрит народ на речку. Тут на одном мосту. И вот тут тоже. Какой домик, правда? Я немножко переместился, друзья, чтобы вам показать получше что-нибудь. Снимаю с руки, извиняйте, без монопода, так просто. And my friends at the Harbor Lights Hotel, we are all proud to showcase our special medical, developmental, or psychological needs. Caroline's nonprofit thrift shop considers their core four: Children's Hospice of Palliative Care, Hospice of Santa Cruz County, Jacob's Heart, and the Special Parents Informational Network to be of paramount importance. Вот он мостик, как выглядит сейчас. Через ручей, через Соквелл Крик. А? Какое зрелище, друзья. Не пробиться? Ну-ка я попробую. Вот так выглядит речка с моста. Each time they visit perfect Capitola. When finished, it airs in countless hours to make sure we all made you smile. Thank you, crew, for being part of our dynamic and diverse team, for your displays of dedication, devotion, creativity, and talent. Я, друзья, коварно пробрался в мой любимый кофешоп. И оттуда с балкончика тоже веду эту съемку. Тут отельчик такой очень живописный, и он в таком венецианском стиле. Вот вы в другой немножко перспективе видите мост, там домики сверху, там народ внизу тоже. И в итоге мы оказались снова на том же месте, где нас высадил дружественный шаттл. И мы его сейчас тут подождем, хотя, может быть, отсюда пешком было бы там минут 10-15, но мы подождем. День довольно жаркий, и есть настроение подождать. А вот у нас и хорошая такая заставочка для окончания. Вот у нас написано «Капитола»,
Бегония Фестивал. Каждый год на Лейбор Дэй. Вот такой образчик американской торговли. Говорит, положи сюда $1.50 и забирай макаронину, вот эту, пожалуйста. И плавай на здоровье. А вот и шаттл, что вы себе думаете? Минуты не прошло, как он тут, как тут. Уже другой человек за рулем, правда.